Ну, сейчас повторяться будут. Нет, это мы видели. Это мы видели. Ой, это мы не видели. Спою. Ну. Спою. Можно. Чего раздевается, если что? Чего? А, да. Бан? Сука! Просто аплодисменты. Аплодисменты. Я так и знал. Go to A, don't stay! Jesus! You have info! You lose this game! You lose this game! You retard, you know? You know info about everyone, you know? Скажи, какой комп брать? Нас унижает. Бюджетный, мощный. 70. А нет, еще раз звонишь, я не перетерплю. Это тоже не перетерплю. Так, теперь она у меня, блядь, вообще не включалась. Просто... Пите хуй, пор. Твича разрывает вопрос про ежегодный стрим и про вот эту историю с инстаграмом Ани. Угу. Расскажи, прокомментируй, когда, что, на чем это все остановилось, на какой стадии, каков да, уговор это... был. На самом деле было одноразовое мероприятие, я, честно говоря, не помню, о чем мы договаривались с моими зрителями. И, в принципе, каждый раз, когда я включал стрим, это была такая история, то есть по настроению. Нет графика, и не факт, что он будет до Нового года. Потому что после Мегафона у нас будет отпуск. Мы, наконец, первый раз отдохнем с ребятами за этот год полноценно. Ну, я думаю, что пару-тройку дней у меня будет до конца года. Возможно, я порадую, а возможно и нет. Но это не точно. Ну да. Ебаш. Куда его? Ой, Валера, ты меня похоронил. На скрытый упал, как бы, если что. А не, наебал. Или да. Ебать. Охуеть. Соло, блять. Ой, сори. Кто так может? Никто, кроме меня. Я так не смогу, потому что у меня нет физика. Блядь. Вода. Вода. Вальтелла, мама. Ай. Похилиться. Сзади еще шьют. Дайте вы в очко. Я не человек добрый, пацаны, отвечаю. Придурок. Да, блядь, я не могу зайти, что за хуйня, блядь! Что за залупа, блядь, я не мог зайти в это ебаное здание! Ой, он уже елочку поставил. Что это такое, а? Вот это что такое? Оно опять упало, она сейчас прибежит. Надо елочку поставить. Прости, не знаю, что я со спок. Тихо, спокойно, спокойно, спок. Станет больше, чем за студенческий. Да, алло. Да иди нахуй всем привет, блядь. Знаете чё? Ага. Пипец. Я джин. Блять, найс, ульта! О, блять, вот это ульта, вот это ультимейт, бля. Вот бы еще раз на такую ультимейт посмотреть, бля. О, с
сука, как я гарил. Фу. Бля, ну не видели мы это, как она разъебала. Ебать, ты чисто Тор, нахуй, дубина, блядь. Ты Гарри Поттер, блядь, ёбаный. В смысле, фу, нормальная игра. Ай, блядь! Дурила, блядь. Знаешь, через год будешь смотреть на себя, подумаешь, ебать его в рот. Чисто дубина тупорылая, нахуй. Я проиграл, блядь. Тоже горы. Давай! Сейчас опять крыгаз, блядь. Давай! Давай! Давай, 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 давай. Так, типа, давай! Ебает плюс 25. Ну я о стримере ничего не говорил, я о игре сказала. Да! Мы смогли! Да, 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 да. Тихо, блядь! Что у него на голове? Тихо, у меня же еще, блядь, тут три бурж... Он что, под дизи косит? Че ты, который в начале игры поставил, блядь? На, блядь! А! Блять, ёбаные требушеты в начале игры вытаскивают игры, блять. Сука, блять, отвлекающая катапульта выдрала тебя взад. Я Денли не скинула, потому что драчу на нее поначалу. Ну, чисто, чтобы сразу вам сознаться в этом. Тебе надо хапки, Вайфи? Ну да. Блять! Зажальных тряков, блядь. Лол. Я сам свою же лаву поставил, блядь! Короче, поросятки поиграют, да, пацаны?